Раз-раз. Can you hear me? Can you see me? Так, ребят, меня видно? Ну, точнее, не меня, а Гервонта из Сирии. Знаменитого террористку. Все нормально? Здорово. Здорово, ребят. Все, Гервант из Сирии с вами. Все видно? Хорошо, отлично. Отлично. Так. Пишет, только что заходил, теперь перестал работать. Странно. Я что, сайт своим стримом уронил, что ли? Было бы очень потешно, если бы я сайт уронил с собой просто. Просто своим существованием. Не, вроде работает. Так, я вас вижу. Я себя даже вижу. Ой. Нет, все открывает, все открывает. Так, чат, вы там как? Да, тут есть ночной режим, и у меня есть проблема. А, вот все, портал. Это место похоже на сокровищницу. Надо осмотреться. Магический барьер все еще действует, нужно его как-то отключить. Понятно. Решаем сложнейшую головоломку. Барьер отключен. Если этот меч столь же смертоносен, как сыры Айрамоса, его стоит взять. Пожалуй, я назову его и менталь. Уведомление на имейл приходит, да. Так, ребят, у меня немножко этот самый планшет разрядился, сейчас на зарядочку поставлю. У вас как дела? Как у вас дела? Рассказывайте. Tell me story. Где тут у меня дырка? Опа! Где мой Thunderbolt? Ага, вот он, все. Так. Да, жарко, у нас тоже жарко. Причем люто так жарко. Меч, который я получил, конечно, довольно посредственный, потому что это квест 9 уровня, я прохожу его на 24-м. Что, конечно, делает меня опасным человеком. А там нет разве быстрого выхода из этого помещения? Да, у нас тоже жарище. Тут разве нет быстрого выхода из помещения? Это было бы очень странно. А, ну вот, как бы должен быть. Во, все, по красоте. Да, сырный квест мы прошли. У нас тоже 35 градусов сейчас, жестко, очень сурово. Ребят, если кто-то захочет заинвестировать, просто в чате нажимайте на значочек Руби. И все, это будет тот же самый Donation Alerts, как обычно. Вот. То есть все то же самое, как и обычно, ничего в этом плане не меняется. Вот. Oh, yeah. Это же стандартная инвестиция. Спасибо, Даниил Мерзоев. Хорошего стрима. Спасибо. Так, давайте выберем себе квест какой-нибудь. Голготан пришел с ЕГЭ. Что сдавал? Рассказывай. Так,
Давайте на скеллиге квесты проходим. Нам для этого нужна точка перемещения. Да, на ПК просто я эту кнопку не видел. Вчера все русские сдавали. О, русский — это тот экзамен, который позволил мне поступить в универ. У меня была математика 68, физика 60 и русский 82. Такой типичный технарь. Добрый день. Вась, вы добрый день, миленький. Леоноси, да? С ночным режимом Дакота Миксера. Кстати, мне кажется, он более плавнее, что ли, работает. Ты, кстати, упоминал, что из минусов — это общение на политические темы. Ты будешь пробовать общаться на эту тему с Воздухом. Ну, чтобы ты мог спокойно общаться по поводу. Я уже это обсудил, тут нет цензуры. То есть, я сегодня конкретно задал вопрос Светлане, которая является, насколько я понимаю, частью маркетинговой команды, и она сказала, что цензуры здесь нет. Я такой: окей, все, мы пообщались на эту тему. Нет так нет. Донат тише игры. Но это нормально. Сейчас я вот так, наверное, сделаю, правда. Вот так, опа. Вот сейчас должно быть получше в следующий раз. Так. В Картроль телепортируемся. Дрю окончательно продался. Пора переезжать в Москву. Чтобы продаться настолько, чтобы переехать в Москву на постоянку и купить себе там квартиру, я думаю, что надо зарабатывать хотя бы по миллиону в месяц. То есть миллион в месяц, и ты за 2 года скопишь себе на квартиру в Москве. Помойную. Ха-ха-ха. Но с помощью ярла Краха Анкрайта его удалось переубедить. Я так понимаю, о миксере можно забить. Нет, на миксере у нас еще будет, скорее всего, финальный стрим, где мы вспомним былое, хорошее, а потом да. Потом да. Так, тут должен быть бронник. А его нет. Значит, ждем утра. Да, ребят, я еще спросил насчет технической возможности стримов Quad HD 20 кбит рейта. Но это если у ребят серваки будут выдерживать такую напругу, то я могу такую выдавать вам. Значит, вернулся. Я был прав, а? Я ищу кого. Может. Так, мне надо письмо кому-то отдать. Письмо кому отдать? Броннику. Ну типа, вот бронник. Письмо он не хочет забирать. У меня какой-то баг. Вот квест «Тяжелые времена» подразумевает, что мне надо взять некое письмо и его прочитать. Но есть проблема. Я его читал уже. С новосельем, Дрю и чат. Спасибо. Спасибо большое за инвестицию, Нагаш. Короче, я его читал. Но сосать. То, что сказала мне игра. У меня даже есть призыв княгини Анны Генриетты. То есть, я не знаю. Я вроде прочитал его. Но, тем не менее, у меня почему-то не отображается оно как прочитанное. Можно даже все почитать, на всякий случай. Нет, это заказы. Прочитать письмо, найденное умершей женщине. Значит, верну. Ни хера не понимаю, короче. Там нужно помедитировать, пока кузнец не станет активным для диалога. Так я вроде медитировал уже. И кузнец вроде активен для диалога. Именно кузнец. Интересуешься оружием? Во, все. У каждого клинка своя история. Кажется, это предназначалось тебе. Письмо от матери. Она пишет, что его должна была привезти сестра. Откуда оно у тебя? Я наткнулся в лесу на тела людей, убитых чудовищами.
Письмо было у одной из мертвых женщин. Синга умерла. А сколько раз я говорил ей и матери, чтобы они переезжали ко мне, вместо того, чтобы сидеть на Фарерах. Надо послать кого-нибудь за телом. Мне жаль. Спасибо, что передал мне весть. Другой утруждаться бы не стал. Прошу, возьми. Оу-е! Это же стандартная инвестиция! Ну тогда... Спасибо, Леоноси. Да. Вот тебе еще. Держи. Спасибо большое. Так. Прошли мы этот квест. Привет, новости 360p, 60 FPS. А что? А что? Я просто не знаю, как, ребята, как у ребят рендер работает. Скоро узнаем, что расколдовать Уму было нелегко, но это если я пойду по основной сюжетной линии эхо прошлого. Я пока что этого делать не хочу. Так, кулаки ярости, Скеллиге. Давайте кулаки ярости пройдем, наверное. Как бы пройдем кулаки ярости. Здорово, ребят, здорово, чат. Ты видел чертежи? Странный кракан. Рори, не жри столько. Это еще почему? На Скеллиге, насколько я помню, финалом этого квеста является битва сначала с медведем, потом со скальным троллем или типа того. Будем держаться. Так, где букмекер? Где тут букмекер? Я хочу драться. Скажи, как будет. Я готов. Я готов. Сперва я... Тут такое дело. Эрика, видишь ее? Я должен сегодня победить. Она ж смотрит... Господи! Я знаю, что мне тебя не одолеть. Разве что ты сам позволишь мне выиграть. Ну что, дать ему возможность выиграть? Договоримся, что в первый раз я под... Хватит болтать! Ну ладно, давайте. Можно понять мужика ради бабы. Ради бабы, короче. Будем считать, что он... Оу-е! Это же стандартная инвестиция! Привет, Брю. Спасибо, штурмтрупер, да. Наконец-то смог купить себе RDR-2. Угу. Какая же она классная. А ты использовал в ней быстрый... Да, конечно, использовал. Только обычные перемещения? А да, кстати, в конце месяца получу имперские кредиты, буду пытаться инвесторовать чаще. И должно быть, удачи. Много упражняешься. Ну, спасибо большое, штурмтрупер. Ну, короче, мы дали победить Вальгарду, но теперь ему пизда. Скажи, когда надумай. Не знаю. Спасибо, Бабляков, да. Вопрос такой, общая оценка игры в обзоре, сумма частей или целостная структура? Или по-простому, если в игре есть одна заебись фича, будет ли она перевешивать херовость остальных элементов? Так. Сорян, если не по теме. Короче, открываешь YouTube, вбиваешь туда оценку бесие. Оценку бесие вбиваешь туда и больше не думаешь много об оценках видеоигр. Вот прям вот оценку беси, вбивай, тебе понравится. Можем начинать. В таком случае. Вот порядочно. Ты обидел остальных. Так, Вальгард, ты уж меня извини, но мне надо тебя разъебать. Ага, давай, выпад еще в меня сделай. За призраком Мордрега! Ах ты, тюлени, выпертый! Как ты меня назвал, тюлень? Преодолеваем, молодого человека.
Вот и все, наказали. Победил чужеземец! Честь и слава! Еще два поединка, и ты получишь шанс стать лучшим бойцом на Скеллиге. Но сперва победи Эйнара. Красивая битва гачимучеров, ну так и есть. Грима из деревни Хальмштайн на... Короче, нам надо еще две ебучки сломать, для того, чтобы стать абсолютным победителем. Так, тут травник, может, еще интереснее. Что-нибудь? Покажи товарки. Покажи. Если у него есть то, что мне надо... нет, это не то, что мне надо. Мне нужны семена. Семена вот такие мелкие-мелкие. Не волкобой, там вот это вот... Сука, нет, у него нет то, что мне... А, вот семена спорыньи. Во! Во, прям то, что надо. Заебумба. Во, нормально. Нормально. Так, что нам еще из этого надо? Прощай. Я просто помню, мне для какого-то зелья нужны были семена спорыньи. Не помню для какого. Но были нужны. Прям очень были нужны. Масло против драконидов. Ну, заебись. Ну, спасибо большое. Так, зелье Петри. Нет, меня интересует зелье Рафара Белого, пожалуй. Киноварь нужна, да, чтобы его сделать. Киноварь. Могу ли я сделать киноварь? Да, могу. Сделали киноварь. Делаем отличное зелье Рафара Белого. Опа, красиво. Так, что мне еще нужно? Отличная черная кровь. Мне нужны Ребис и Белая Чайка. Окей. Белая Чайка. Делаем Белую Чайку. Ребис я могу сделать себе? Могу. Вот это я у мамы крафтер. Чего тебе не хватает? Я Белую Чайку сделал. Я сделал Белую Чайку буквально. Вот, Белая Чайка. Что тебе надо? Во, нормально. Так, продолжаем наш жесткий крафт. Зелье Петри. Крушина, Рубедо. Так, Рубедо могу собрать себе? Не-а, не могу. Но мне для этого нужна только Белая Чайка. Но это не проблема. Так, Рубедо. Так, и мне понадобится крушина еще. Крушина на дне всяких озер обычно водится. И так далее. Так, а у тебя нет крушины, дядь? Хочешь купить что-нибудь из моих запасов? Бритва при Брейне в какой книге Ведьмака была? Не в... Битва за... Битва... Ты имеешь в виду большая самая? В последней. В последней. Битва за Бренну. Которая на самом деле битва за большие жопки. Если кто-то вам скажет, что это битва при Брене, то это пафосная ложь. Это битва за большие жопки. Это не шутка. Это я не придумал. Так, у него крушины есть? Слышь, у тебя крушины есть? Упырь. Нет, крушины у него, походу, нет. Да, но «Владычица озера» — это последняя книжка саги. Как так получается, что на сервисе конкурента Твича можно регаться через Твич? Проще. При помощи так называемого IP Твича, в чем проблема? Они малые жопки? Ну вот я не помню, малые жопки или большие, но суть в том, что жопки. Суть в том, что жопки. Или старые жопки. Но битва была глобальной. Серьезной. Так, давайте на Харвикен. Крушина есть у Тамиры. О, Тамир. О, that is. О, Тамир. My girl. Нужны вам тут, но... Добро пожаловать! С виду Эйнар знатный боец. Это внебрачный сын Лугаса Безумного. Весь пошел в отца. Драться будем или болтать? Вот это интеллектуал! Не будем заставлять Эйнар. Пусть бой будет честным.
Честным и красивым. Я буду нажимать ПКМ в момент атаки. Опа! Нихера-то жесткий. Блин, он слишком жесткий какой-то. А, ну вот, тяжелый удар. На, о, преодолели. У него чуть было не случился этот самый эффект Рокки. У него чуть было эффект Рокки не случился. Ну, если есть еще охота подраться. Он там это самое, чуть не начал камбэчить в конце жестко. Так. И дальше мы отправляемся в Оренбьорн. Я за тобой слежу. Да, на Ютубе, скорее всего, будет стрим. Это же стандартная инвестиция. Здоровья. Спасибо большое, Джиджи. Приветствую. Мистер Букмейкер. Мистер Букмейкер. Олан мой друг со щенячьих лет. А ты ему жизнь спас. Я слышал, вы тут устраиваете бои. Верно слышал. Можешь поучаствовать, если есть желание. Так, поехали. Я готов. Это же стандартная инвестиция. Спасибо, Номад. Дрю, да. Спасибо тебе за твое творчество. Смотрю тебя давно. Солидарен с тобой, Петло А. Меня хитят за нее. Может, это я хлысос и тупой. Мне понравилась игра, извините. Ну, сколько. Блин, ну он, слушайте, он суровый, он 31 уровня. Давай широкую атаку размашистую. Блять, ну не бей ты легкими атаками, дурак. Блин, у него атаки быстрые, это жестко. А, вот размашистые я люблю. Преодолели, преодолели молодого человека. Геральт-скиталец победил! Там в процентах дамаг как у Игни, разве? Ты славно сражался и заслужил встречу с Олафом на Анскеллиге. Так, испытать себя в поединке с чемпионом Скеллиге Олафом. Олаф это тролль, насколько я помню, да? Или там сначала медведь, потом тролль? Я просто не особо помню. Так. Здорово еще раз, ребят. Welcome, welcome to VASD. Это же стандартная инвестиция. Доброго рана. Доброго. Всех бедолаг со сдачи русского в эту ебаную жару. А Дрюзайкок все еще мытерс. О, башня из ниоткуда. Это один из моих любимых квестов, который троллит пиратство. Троллит, троллит систему защиты и пиратства. Ты пришел драться с Олафом. Он давно ждет достойного соперника. Обычно турниры проходят в корчмах или на улицах.
У вас настоящая арена. У меня один монитор. Чат я читаю с iPad. Удачного стрима. Чат я спасибо твой тезка, да. По-русскому думал, будет все ужасно, как рассказывали все эти годы учителя и те, кто сдавал, а по итогу атмосфера круче была, чем на АГ. Выпускные экзамены в 9 классе. Когда будет достойный комиссию. Когда и появится. Так. Спасибо большое за инвестицию. Вот. Ну, ЕГЭ не надо бояться, тем более, что она ничего не решает в вашей жизни. И здесь Анскеллиги ее особенно уважают. Я согласен, Дракс. Как тебя зовут? Геральт из Рива. Геральт, если победишь в этом поединке, приключения ищешь. Так, взойти на арену. Поехали. Там, по-моему, медведь все-таки сначала. Бои на кулаках — наша священная традиция. Пролитая на этой арене кровь свидетельствует... У меня в Opera GX все работает. Никаких идей, тот, почему не работает, нет. Победит, станет чемпионом. Но каждый, у кого хватило храбрости сражаться, уже... Хотя не, на Opera GX есть небольшие проблемы. Тут я врать не буду. Именно в опере. На iPad все хорошо. Возможно, из-за HTML5. Да, в опере небольшие проблемы есть. Бля, какой ты жесткий, а. Его, главное, не спарируешь, сука. Жопная атака. Опа. Так, тактика анального преследования. Я еще с быком это практиковал из секиры. Сокрушительный пиздюль! Олаф побежден в честной борьбе. Есть еще кто-то, с кем я могу помериться силой? На Скеллиге ты уже победил всех, кого только можно. Выходит, ты чемпион Скеллиге. Я наблюдал за тобой. У тебя огромный потенциал. Может, ты... Когда Зиончик пришел на Алиэкспресс. Победители в профессионалы? Можно попробовать. Великолепно! На острове Спикерок есть арена. Там нынешний чемпион чемпионов и дерется. Я отправлю туда весточку, что ты собираешь... Так, хорошо, отправляемся на Спикерок. Да я понял, что... Так, рыбажор, ну давай. У вас тут квест, я понимаю, все срочно. Что такое? Дело у нас к тебе. Только зачем стоять под дождем? Пойдем ко мне, там и поговорим. Ну так в чем? Ты видел пригород за деревней? Веками на нем ничего не было. И вот однажды просыпаемся, а там башня. Надо что-то сделать с этой... Так вот почему дождить-то все время. Ладно, я... Пусть ведет тебя Хеймдаль. Окей, нам надо башню из ниоткуда расколдовать. Давайте с этим разберемся. Кстати, этот квест, по-моему, DLC-шный. 66 FPS. Ух, напруга. Зачем вам i9-9900K? В современных условиях i9-9900 не делает никакого смысла. Вообще. Ну ладно. Я не против. Улетел и улетел. С кем не бывает. Тебе с рекламы на сайте деньга капает?
Я, к сожалению, не знаю, но, скорее всего, опосредованно, да. Разве что опосредованно. Температура видюхи у меня 84. У меня прям предельная. Так, заходим в башню. Люблю, когда Геральт говорит, зараза. Закрылся. Снаружи башни казалось меньше. Обнаружен нарушитель. Кто-то что-то опять про Твич пишет. О, элементаль, здравствуйте. Попытка остановить вторжение не удалась. Но ведь битва при больших жопках из чала в группу. Славиня Марфат. Опять полярно все путятик в своем дерьма. И к этому песку стоит. Вылезай из обороны! Что, драться расхотелось? Преодолели малолетнего элементаля. Малолетний элементаль был повержен. Они тоже встретили голема. А, ну это голем, ну, бывает. Здорово, бес! Наконец, кто-то мне поможет. И не кто-то, а сам знаменитый ведьмак. Слава богам. Повезло мне, что ты оказался в Ковере. Тебя прислал король Танкред или общество магов? И не те, и не другие. И мы не в Ховере, а на Скеллиге. Меня наняли местные, потому что твоя башня устроила шторм на их острове. На Скеллиге? То есть мы телепортировались? О, все еще хуже, чем я думал. Так, ребят, прошу прощения, я отходил. Что тут происходит? Тут происходит грязный хакинг. Я не очень понимаю. О, в башне установлен дефенсивный регулятор магии. Дефенсивный регулятор магии, ребят. Дефенсивный регулятор магии. Как-то давненько не донатил. Спасибо, Эхмунд. Чёрт непривычно на новом месте. Но хорошо, что есть супербустерс, а донаты. Они и в Африке донаты. И еще, благодаря тебе недавно стартанул персону. Да. И теперь жалею, что не знаю английский. Игра хуйная, но с каждым заходом в нее я плачу. Придется превозмогать. В персоне очень простой английский. До уровня персоны английский лучше бы доучить за свою жизнь, потому что очень поможет. Обнаружив нарушителя, она закрывает все помещение и оказывает доступ. Поскольку никто из нас владельцем башни не является... Как тебе под Хуана? Ну, хороший геймпад, как бы. Они оба хорошие, DualShock и хуановские. Развлечений. Нужно выключить дефенсивный регулятор. Понимаете, нужно выключить дефенсивный регулятор магии. Для этого нужно глобальное отмыкание Готфрида. Ну, вы поняли, да, короче? Чтобы отключить ДРМ, нужен ГОХ. Ну, вы смекаете. Вайфан пишет, защитный регулятор магии. Смотрите, я делаю лучший перевод, чем локализаторы. Вайфан, ты обосрался только что. Ты жестко, бескомпромиссно надристал под себя.
Так прям уверенно. Ты как видно меня знаешь, а я не знаю даже твоего имени. Зига Бунц, чародей и советник королевского двора в Пантвальсе. Башня должна была стать моей резиденцией. Я купил Пантвальсе. Она принадлежала Готфриду Стамфельду, довольно известному чародею. Когда он умер, наследники выставили башню на аукцион. Никто из них не захотел проверять, что дядюшка Готфрид держал в странных цветных банках. Не из-за них ли он потерял обоняние и левый глаз? Башню они продавали вместе со всем содержимым и по личной цене. Жаль было не влиять. Видел я в жизни разные чудеса, но башня, которая сама телепортируется... Это что-то новое. Я пытался взломать защиту дефенсивного регулятора магии своими силами. И, должно быть, где-то ошибся. Потом, наверное, открылся портал и выбросил нас на Скеллиге, что, в свою очередь, вызвало электромагнитные помехи. Отсюда... Гроза, которую я обещал остановить. В таком случае тебе придется найти глобальное размыкание. Спасибо. Ну, я думаю, что когда я на Ютубе новость размещу о том, что я здесь стримлю, я думаю, что тоже кто-нибудь назовет меня продажным. И знаете что? Мне будет похуй. Потому что, ну, как бы, мне про... Ну, то есть это надоедает в определенный момент. Тлоу 2 продажный, тут продажный. Ну, пора уже наконец-то быть продажным, действительно. Уже пора, наконец-то. Пора наконец-то продаться. Люди из соседней деревни, да? Они пришли сюда пару дней назад. Я еще удивился, что одежда у них странная. Но мне в голову не пришло, что мы на скеле. Здорово, ну какой вечер? Пока не вечер. А вел их друид. Может, если бы она поставила каждому по кружке пива и попросила... Ладно, пора отсюда выбираться и отправлять башню. Есть мысли, где искать этот трактат? Странно, что раньше не стало похуй на долбоебов. Понимаешь, в чем дело? Они создают ложный нарратив о том, что я действительно кому-то там продался. Это очень смешно слышать, потому что, типа, нет! Величайший донатер из Беларуси, спасибо. А что будет, если нажать эту кнопку, так удобно расположенную прямо в окне для сообщений в чат? Вот что будет. Помни, ты здесь не званый гость. Башня наверняка попытается тебе помешать. Посмотрим, кто кому помешает. Так, нам надо найти ключ от библиотеки, используя ведьмачье чутье. Окей, с чего бы начать? Ну то есть, все, он открыл нам один проход, хотя бы уже хорошо. Так. Нарушители башни. Начинаю затопление коридора. Банан тоже сюда перешел, насколько я понимаю. С чем я его и поздравляю. Да кто орет-то все время? Так, здесь что, подводная иллюзия, что ли? Что это такое? Так, стоп. Я только что взял предмет из этого шкафа. Я только что из этого шкафа взял предмет. Гервант! Так, Гервант, во-первых, давай кошечку с тобой выпьем. Во-вторых... ну это сопряжение сфер. Нам этот трактат нафиг не нужен. Ну то есть, я и так прекрасно представляю, что такое сопряжение сфер. Так, сюда нам пока не надо, окей. Сюда надо. That's cool. Ёптись! Так, минус два альгуля. Понятно, альгуля вопль скотины вот этот знаменитый. Клетки открыты. Монстры выжили.
А, еще одна волна монстров, да? Давай, наваливай на меня, давай. О, красный мутаген, ребят, у нас красный мутаген, Гаргули. Ой, люблю Гаргули, это мой любимый моб, блядь, просто отличный моб. Хорошие хитбоксы. Давай еще наваливай. Еще наваливай. Волколака, о, давай. Ух. Это же стандартная инвестиция. Беру и я доначу на новую платформу. Спасибо большое. Это приятно. Так, против волколака нужна лунная пыль или двимерит? Я просто не помню. Бомба очень функционально похожа просто. Замедляйся, ёпта. Не хочешь, да? Геральт, ты не мог бы бомбу точно кинуть? Вырожденец. Ликвидация прервана. Недостаточно ресурсов, чтобы возобновить процесс. А, там может быть мутаген из Альгуля или что-нибудь типа такого. Но я надеюсь, что там реально просто малый красный мутаген. Пожалуйста, пусть там будет просто малый красный мутаген. Та-да-да-да-да-дан. Да-да-да-да-дан. Сука. Нет, там был малый красный мутаген. Нам этого мало. Мы не можем сделать большой красный мутаген, и мы не можем сделать просто красный мутаген. That's bad. That's bad. Oh, yeah. Это же стандартная инвестиция. Так что... Спасибо, Генри. Набирать экспу надо на август, или ты не участвуешь в лиге? Я нажал кнопку участвовать, и я типа, я не знаю, посмотрим. То есть я не буду напрягаться, окей? То есть я не буду как-то специально ломать себе жопу, чтобы выиграть лигу условную, да? Вот, как получится. Вот, похоже, и ключ. Кто издает все эти звуки все время? О, господи, перегрузка. Случилась перегрузка. Может, болты нахуй выкинуть? Болты, идите нахуй, а, из моего инвентаря. Реально, болты абсолютно бесполезные. Я все равно арбалетом не пользуюсь. Там нужно 3 недели стримить. Но я не буду специально прям, знаете, потеть, там, что-то превозмогать, чтобы куда-то пробиться. Не, меня это не особо как-то интересует. Разорван на куски. Да, это квест про Гок и ДРМ, да, тот самый. Тот самый. Оу, е, это же стандартная инвестиция. Мне спасибо, Хэнксбьерн. Что в связи с переходом на новую платформу поток донатов несколько увеличился. Ну, возможно. Я этому, в принципе, рад. Я рад зрителям, рад инвестициям. Ёбаный банан. Можно, пожалуйста, не тот банан, который друг Этипедии, а тот банан, который банан на пальме растущий. Похоже, он задохнулся. Гнусная смерть. Прикладная галимология. Ищем дальше. Прикладная галимология? Через VPN пробился на стрим русской платформы. А ты с какого браузера вообще его открывал? Есть... С секции демонтических линий. Нет, не то. Задержка тут стандартная. Ну, то есть техническая задержка полноценная. Глобальное отмыкание Готфрида. Есть. Ну, тут, ну, прям, ну... Ну, посмотрите, тут прям... Башня собралась отравить меня газом. Не, ну башня, может, и собралась, но я-то не собрался, мразь. Ты нашел книгу? Она? Точно. Отодвинься немного. Я попробую отключить барьер. Камера изолятора открыта.
Ну, наконец. С виду все было просто. Самое трудное впереди. Нужно проникнуть в сердце башни и наложить деактивирующий эффект. Башня наверняка сделает все, чтобы нас задержать. Иди. Так, сейчас почилим немножко, мне надо восстановить зелье. Мне сказали, что стримить в Лигу нужно только с вебкой. Ну, можно будет попробовать, я просто не фанат включать вебку, когда я играю. Потому что у меня сконцентрированное лицо геймера-аутиста все время, понимаете? Такой типа... Я геймер-дебил. Обнаружено вторжение. Запускаем. Давай, нормально, элементаль земли. Какой ты крутой! Фара белого, давайте. Господи. Как же хорошо с отличным Рафаром белым. У тебя неуязвимость на пару секунд от него. Сосать. Ладно, теперь точно сосать. Все, превозмогли. Формула из трактата Готфрида подействовала. Все кончено. Если бы не ты, я бы, наверное, до сих пор сидел за решеткой. Прими эту безделушку в знак моей благодарности. Спасибо, хотя мог бы просто успокоить шторм и забрать отсюда башню. Пишут, с айпада с браузера не заходит. Я буквально прямо сейчас смотрю свой стрим с Safari на iPad 18 года. Погоди, что ты делаешь? Через дверь. Все, башня исчезла. Живой и целый? Ну да, шо? Целый, только мокрый. А меня научишь летать? Как-нибудь в другой раз. В жизни таких чудес не видал. Сверкнуло, грохнуло. В один миг башня исчезла, и ты с неба свалился. Ну и шторм как рукой снял. Говорил я, что надо нанять ведьмака. Вот уж мастер так мастер. А за мастерскую работу полагается плата. Правильно. Но я скажу, что мне чародей заплатил. Спасибо, но вам деньги больше пригодятся. Мало того, что мастер... Это же стандартная инвестиция. А почему не православный Готэм? Ну чего? Пишут, есть ли возможность менять сервер в Азии, у людей какие-то проблемы с подключением? Да, есть, но я буду стримить через Москву. У каких людей какие проблемы? Пока что я не вижу ничего. Почему не православный Гудгейм? Потому что Гудгейм не предложил мне контракт. Васт предложил мне контракт. Obvious. То есть, как бы, очевидно. То есть, как бы, действительно, почему? Чародей, который жил в башне, тоже хотел отсюда убраться. И он щедро отблагодарил меня за помощь. Что ж, раз так, нам ничего другого не остается, как только спасибо сказать. Если когда-нибудь окажешься в наших краях, заглядывай. Мы всегда будем тебе рады. Спасибо, будьте здоровы.
Под комментарии анонса я ходил, но это не информативно. То есть, ну, я просто не понимаю, что я что должен сделать, типа. Пишут, дерьмовый DNS-хостинг у сайта. Есть такая вероятность, что просто хостинг... Погоди, ведьмак, ты брата моего не нашел? Хурн его зовут. Он пошел в башню с друидом и другими ребятами. Я нашел их. Очень жаль, но все они мертвые. Говорил я ему, что... Почему ты продался не Анитке, а Путину с его ВАСТ? В смысле, Путину? Я буквально первое, что я спросил, могу ли я тут говорить о политике все, что я думаю. Мне сказали, что я могу. Все. Да, возможно, проблемы с ДНСом людей. Я спрошу тоже, с чем это может быть связано. Почему сайт через раз открывается? Сейчас посмотрю. Приложение работает, с компа почему-то не работает. Не, такое даже вчера у меня было. DNS, probe, finished. Да, у многих вот такая вот ошибка. Причем, насколько я понимаю, это опера. Насколько я понимаю, это опера. Да. Прощальный стрим на миксере будет. Да, ошибка у всех одна и та же. DNS probe finished in X-domain. Надо просто посмотреть, что она означает. Но возможно, что да, DNS хостинг, к которому подключен сайт, говно. Это боги скрипят зубами. А может и нет. Значит, время войны. Время мечи. Кто вас поведет после смерти брата? Чтобы бить черных. Так. Покажи мне свои товары. Так, время обанкротить этого дядя. На, сука. Меч, кстати, дали очень крутой. Только ему 36 уровень нужен. И к тому уровню у меня будет уже немножко другой меч, мягко говоря. А, то есть все, да? Ты как бы уже не можешь мне ничего купить. Ну ладно, окей. Бывай. Ну, просто, скорее всего, у кого-то... Короче, это проще делается. Ты просто открываешь Google и вписываешь туда DNS probe finished in X domain. Проверяем, что это такое. Короче, отключение или подключение VPN помогает. Очистка DNS кэша, использование Google DNS, настройка IP-адреса через командную строку. Но это все очень... Но это все очень херня, на самом деле. Просто интересно, что это за проблема. DNS probe finished in X-domain. Ну, типа... У многих возникает. Какой у тебя уровень? Из-за полоски доната не видно. Я, честно говоря, понятия не имею, меня это не волнует. То есть я прям честно скажу, что... Есть вещи, которые волнуют меня несколько больше. Так, не понял, тут у кого-то еще квест, что ли, для меня есть? Я случайно услышал ваш разговор. Что такое испытание пути? На Анскеллиге веками молодые мужчины проходят путь. Только тогда они становятся настоящими воинами. Можешь что-нибудь рассказать об этом испытании? Спроси старого Гуннера. Он мастер ритуала. Он у подножия горы Ардворк живет. То есть вы хотите сказать, что Google DNS сосут и не знают этого сайта? То есть те, у кого Google DNS стоят, у них проблема. Ха.
Так. Путь героев. Давайте пройдем путь героев. Мы герои же, я не знаю, как вы, но я лично идентифицирую себя как героя. Человека-паука, дружелюбного соседа. Поэтому я иду на путь героев. Я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Что случилось, уважаемый? Когда-то эти острова были только для нас. Ни один чужак не смел сюда сунуться. А если осмеливался, то уже не возвращался. Добрые были времена. Наверняка не для тех, кто сюда попадал. Ты Гуннар? Кто спрашивает? И зачем? Я хотел бы пройти путь воинов. До сих пор ни один чужак на это не отваживался. Но если тебе жизнь не мила... Попробуй. Что я должен делать? Путь расходится на две части. Одна ведет к горным вершинам, другая в недра земные. Пройди обе. Пишут, так причем этот квест 16 уровня появляется только после квеста с башней 31 уровня. Да, это потеха. Расскажи мне о горном пути. Он пролегает по хребту горы Ардварк. На вершине ты найдешь алую шаль. Принеси ее. Звучит не страшно. Тепло. Может, ты расскажешь побольше о подземном пути? Это какая-то пещера? Да. Но проходы, которые к ней ведут, затоплены. Ни один человек с большой земли не сумел через них проплыть. Есть мнение, что с ДНСом просто что-то. В конце грота тебя ждет неожиданность. А что за... Увидим. Так, короче, давайте сначала подземное пройдем. Мало того, что чужак, так еще и глуп. Отправляйся на вершину горы Ардвар. Сначала наверх, потом вниз, окей. Ну чё, все, побежали вперед по пути героя. Я герой, сука, поехали. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Паркур. Как настоящий герой я владею паркуром. Опа. Вау, пошла нахуй сирена. Паркуром я владею, а вот с летающими врагами совладать не могу, потому что... Они не хотят со мной воевать? Блять. Какая же дурость. Короче, летающие враги в Ведьмаке говно. Они просто говно. Они не сложные. Они просто говно. У Геральта нет способа к ним добраться гарантированно. И надо ждать, пока они тебя атакуют. Так интересно. Воистину, медвежью услугу оказала своему сыну Бернабран. Можно, пожалуйста, на меня будут нападать сразу враги? Это стандартная инвестиция. Чеканная монета для сипного волка. Спасибо большое за инвестицию, редкий. Бля. Ладно, хорошо, гарпии хотят напасть. Ну, гарпии, давайте, нападайте. Так. Ждем следующую великую гарпию. Падай. Падай. Нет, падай, сука. Какая интересная битва, не правда ли? Особенно она интересна тем, что враги даже не думают меня атаковать. Аллилуйя. Блять, какой же Геральт вырожденец. Короче, ему нажимаешь прыжок, и он делает перекат. Какой же идиот, я не могу. Ну он прав, ну правда, такой глупенький. Ну дизайн этого испытания тоже говно. Ну я имею в виду, мы сделаем тропинку метр на метр, и весь челлендж будет в том, что враги не будут на вас нападать. Начал первое прохождение Ведьмака 2. Не совсем понял, к
как играть, но пока что нравится. Ну, может, хотя бы здесь на меня нападут более открыто? Спасибо. Можно на меня враги нападут? Спасибо. Можно на меня еще враг нападет? Можно на меня третий враг нападет? Нет, нельзя? Ну ладно. Так тоже нормально. Так, ну нападай, давай. Ну нападай, господи. Ну вот реально сидишь и ждешь полтора года, когда она там родит. И упала, да, и застряла. Ой. Ой, понятно, ладно, я наверх пройдусь пока. Угу, крутая, крутая, еще раз нападай, давай. Следующее. Следующее на парирование, давай, опа. Че это было вообще сейчас? Че это сейчас было, я не знаю. Понятно. Подождем. Я, главное, нажал парирование, ну, понятно. Нет, она туда упала. Ну, подождем, подождем. Интереснейшие схватки. А рог есть? Рог есть. Ну, а что толку с рога? А-а-а, заставляет сирен падать с неба. Ну, типа, прикольно, ну а толку-то? Им все равно надо ко мне подлететь. Понятно. Понятно. Ой, не тот знак. Я даже не вижу, что она делает. Ну все, хоть так. Коряво, конечно. Коряво, плюгаво, но как-то справились. Паркур! Так, мне вниз не надо? Не надо. Так, тут какая-то крепость заброшенная. Ну, правда, проникнуть вряд ли получится туда. В этот тронный зал нельзя проникнуть? Или можно? Я просто не помню. О, призрак. Ну иди сюда. Да, после башни 30 уровня самое то. Самое то. На самом деле очень похоже на тюрьму из второго Ведьмака. А, здесь чертеж какой-то медвежий. Ну, меня медвежьи доспехи не интересуют особо. Ёпта, как тяжело-то, а? Сюда пройти нельзя. Сюда пройти нельзя. Сюда тоже пройти нельзя. И сюда пройти нельзя. А, вот рычаг. Угу, окей. И сразу призраки такие. Еее, ну давай, нападай. Угу.
Там еще должен быть один разумист. Это у меня ветер, ребят. Не очень понимаю. Не очень понимаю, что здесь дальше делать. Окей, ладно, хрен с ним. Давайте обратно на вершину. Геральт, ты вырожденец? Геральт, паркур. Он что, не... Он все? Он не может залезть обратно? Он не может залезть обратно? Все? Все, Геральт? Конец? End of story? А, здесь и должен быть выход. Вот, вот здесь, скорее всего. Яма, да. Во, правильно, во, нормально. Какие вы крепкие. Не, ну это 20 уровня уже призраки. Это уже будут сопротивляться немножко. Вот это да, вот это сопротивление. Это уже крепкие такие ребята. Не, ну здесь Геральт паркуринг работает уже. А вот мы в тронной комнате. И здесь, наверное, какой-нибудь кок ведьмака Георга. А, ну, что-нибудь такое, да. Господи, ну, ребят, ну вы серьезно? Призраки, ну вы, ну ребят, ну... Оцените свои возможности корректно, пожалуйста. Раз, все. Раз, раз, раз. Спасибо, Алекс. Слышала, Хеллтокер? Хеллтокер? Нет, не слышал. А что это такое? Расскажите мне. Что такое Хеллтокер? Так. Так, ладно, мы решили проблему здесь. И продолжаем наше великое восхождение. Ну, немножечко глазоньки пощипывает, конечно, пощипывает. А, уже не пощипывает, все. Один чужак. Чё там не один чужак? Пути воинов. Ни один чужак не прошел пути воинов. Все случается в первый раз. Некоторые учатся только на ошибках. Только на Скеллиге. За ошибки обычно платят жизнью. Да я ведьмак Дикаст. Главное, мужик тут живет. Буквально вот мужик тут живет. И он на меня флексит, мол, ты не пройдешь по пути воина. Ты тут живешь. Че, очередной файт? С кем? С кем файт? С кем? Ой, бля. Ой. Это же стандартная инвестиция. Мне здесь или... Спасибо большое за инвестицию. Ложись. Ну ты атаковать меня будешь? В дереве застряла мракобеска, да? В помойку.
Так, тут место силы. Магия — это место силы. Правильно. Сейчас мы пососем немножко силы. Все, силу пососали. Пососали. Забираем шаль. Забираем все из сундука. Забираем отсюда растительность. Так, отвар из беса. К сожалению, без него не обойтись. Отвар из беса. Get over here. Так. Уиу! Бум-б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 ум. Так, ну что, в пещеру, let's go, опа. У Геральта походка как у МакГрегора, вы имеете в виду, у него походка миллионера, что ли? Миллионер из трущоб. Нихуя не видно. Так, помимо отвара из беса придется все-таки использовать... ту самую кошку. Где кошка-то, ёптыть? Ой, все зелья так и раскосоёбило. О, все, поплыли. Нормально. Водных карманов тут нет, я так полагаю, да? Это плохо! А, ну нам вот, скорее всего, сюда доплыть, и там водный карман. О, подышать можно немножко, заебумбы. Высунулся, чтобы глотнуть воздуха. Понятно. 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 У меня здоровье. У меня здоровья нет. Понимаете, в чем проблема? Ой, а можно меня проатаковать? Во, спасибо. Бля, здоровья мало. У меня на этот энкаунтер здоровья не хватает просто. Так, давайте мы поузнемся на обед и небольшую разминочку, а потом продолжим, окей? Вот. Окей. Давайте сейчас небольшая пауза. Полчасика, часик, и потом будет анонс в группе. Давайте, ребят, скоренько увидимся еще. И на канал не забудьте.